Наверное, многие люди, которые выбили Какоми, хоть раз задумывались, а что было бы, будь у нее положительный шанс крита. А очень много кто сделал это, кроме меня и помимо меня, до меня, после меня тоже будут делать. Мне стало интересно, и я пробовала экспериментальным путем испытать на себе, каково это иметь Какоми с положительным шансом крита. Сразу спойлерну, вышло не очень. С помощью еды я добилась там шанс крита около 20%. Что я считаю нормально, неплохо, в принципе. Первым делом я пошла проверять это на пироорхидее. В общем, там было не так много урона, до 10 тысяч. И это, ну, так себе, скажем честно. Потом я пошла на электрогипостазис. Там тоже урона было не особо. После этого я решила пойти на магу Кренки и воспользоваться резонансом пира. И в итоге моя команда состояла из Какоми, Кадзухи, Беннета для силы атаки и Янки для щита. На самом деле, тоже урона особо это не прибавило. Наверное, дело тут в том, что у меня немного подсосные такие артефакты. Ну, конечно, магу Кренки — это не тот босс, на которого стоит идти с Какоми. Не пытаюсь сделать из Какоми ДД, я просто для себя хочу понять, что будет, если на моем аккаунте будет Какоми с положительным крит-шансом. И без положительного шанса крита очень классно с Какоми ходить на пиродипостазиса. В этот раз я решила воспользоваться георезонансом, типа играть под щитом. Что насчет дамага? Дамага вышла повеселее, чем было. Там 5-7к, 5-3к. Но опять же, я хочу сказать, что мой эксперимент не сказать, что закончился неудачно. Я попробовала, мне в принципе понравилось. Будь у меня там какой-нибудь классный катализатор, 5 звезд с шансом крита, я бы попробовала еще раз. И хорошие арты с хорошим шансом крита для Какоми и хорошим крит уроном. Я бы попробовала еще раз, но все-таки я возвращаю Какоми ее родные артефакты, моллюска, чтобы она меня хилила, чтобы ее медуза иногда дамажила физуроном. И на этом все.